Включил таймер. Если, блядь, быстрее 2 часов. Надо, короче, прийти быстрее 2 часов, чтобы вы отдохнули перед льдой. Так, сумоним всех. Вот, я плюс писанул. Слава, ну что, давай попробуем потанчить зомби. Зомби? Кем? Ну, БДК. А, ну, ну на трэше танчи, помогай. На боссе в ДД. Там Северус Снейп танчит. Ну, пока что, спекайся в танк. Чё ты у меня, чё у меня сумоните? Тыкайте в сумон. Подошли, тыкайте в сумон. Алло. Пусть он сам потанчит. Чё ты? Давайте, сумон. От него верю. И Стасу. Слава, подожди, ты списал РС-25 обычка. Почему? РС убили уже. Бля, ну давай тогда на лоха дойду вместо совы. Ты кто? Жон кто? А ты в бревно спекайся. Бля, я хотел сюда локом. Давай, заходи на лока. Чендлер в РК. А я хочу котом. И что нужно делать теперь? Давай в бревно Чендлер. Я хотел котом, чем он локом, так что... Чё ты хотел? Котом я хочу идти. Ну так иди бревном тогда. Это бревно не кот. Ну, коты есть, там нормально все. Будете этот, сбивать друг у друга эту. Ну, блядь, да, катай, давай. Спекай, если кого хочешь. Катай. Есть другой спек? Что у меня есть? Ну, спекайся в недруида, не в игру. Подойдите на сумон. Идем 2 эрдру, 2 эршамы, не придумывайте ничего. Не хотите идти никак, то пойду с пугами сейчас соберу рейд и пойду. Давай, я на это гляну. Этот, кто там заходит на лоб? Пижон, ты зашел? Да, пришел. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Давайте фаст там трэш убиваем. А сумани, пожалуйста. Сейчас тут бой пока. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг пойдет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земли, блядь. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что... Завтра прям чую, какая резко будет. 12 часов ночи, убивают Холеона, идут туда. Христос воскресе. Чайшим из моих рыцарей Фордринг. Той силой... Воистину. Еще рано. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Маги, я вас по группам там специально по 3 мага раскидал. Паука в себе.
можно вообще по кругу на шестерых раскидать? Чё? Ой, так, кто квест делает? Не знаю. Да, можно сделать мне, пожалуйста? У меня без танка шмота получится, нет? Как у тебя ник? Ну, вар чеченец. Не. Забери мобов с совы. Надо полную танку шмут собрать или пару штук хватит, ну то есть 4. Надо побольше танка шмота, 4 мало точно. Либо 5-6 хилов, чтобы тебя хила 2 хилили. Вот стопом. На синдре нужно фрост шмот обязательно. Ну, если ты не знаешь, как делать квесты, еще и шмот не собрал, то лучше не стоит. Слушай, можно я попробую зомби? 3 раза делал. Просто танка шмота нету. Ну, сам подумай, Завара, выживешь ты или нет? Ребят, я не могу бомжа вызвать. С чем это может быть связано? Может, силы рун нету? Так Вась. Нет, для бомжа не нужно... Не нужна сила рун. Там реги надо, там... Какая-то... У меня стоит символ на то, что не нужно регов. Что за багалось, тебе надо релок делать. Окей, это реогнус. Спасибо, ребят. Чего вы полетели, вас бы резнули? Давайте, когда танки побегут туда, танки отворачивают слуг, весь рейд бьет точно на квадрат. Потом следующего паука. Так. Тебе вирусные танки? Сработало. Нет, там бэк зомби танчит. Ну давайте проверим. Две меточки, крест, череп побежали, вы танки. Проверим ваш скилл. Так, одно дыхание в рейд. Тиренос, слышишь, Тиренос? Бей точечно квадрат. Что тебе непонятно? Блин, он реально танка ДК. Это так круто. А? А? То же самое. Сначала бьются пауки, потом все остальное. Что ближе будет, треугольник или квадрат? Паус, уманите меня к боссу, я за рыбкой сбегаю. Я, конечно, не специалист по танкам, но там во льду надо крепкость взять, чтобы брони было больше. Не. Там талантов не хватит иначе. А я тоже как-то делал. То брал, то не брал, короче. Ну, АДК танк это шляпа, короче. Ну, как бы, где магический урод хороший, тогда нормально там, в некоторых местах. Зоны антимагии еще сейвил, там, как Шанар как-то сейвил. Нормально. Давай, АДК, проверяем на прочность. Нету танка, что ли? Алло. Алло. Танк. Забери скелет.
хилим зомби. Да нам не два скелета было, только второй тур забрал. Да, я видел. Отлично, агрим. Отлично, бежим в центр все вместе. Давайте хилим адекатан. Походу его. Сегменту поставь, какую иметь. А какую хотите, такую иметь. Вам же не нужно разрешение на то, бежать в центр или нет. Давайте, АДК танк упал, остался череп. Давайте посмотрим, что получится. Да, получился вайп. Отлично. Значит, танки, у вас не хватает опыта. Чтобы убивать спокойно здесь трэш, нужно не бежать вот так на пролом. В том числе рейд ДД, РГД, хилы. Не надо бежать туда. Вас туда не приглашали, в эту комнату. Алло. Так, конскюрит. Ты хочешь зайти потанчить? Че, я сама могу потанчить? Давай, заходи на протопал. Сейчас 11 минут уже со сбора. Мы должны были уже ребро убить. Но это ты спроси у того умного человека, который туда побежал. Либо это танк был, либо ДД какие-то рядом с ним бежали. Объясняю, ловушки иногда лежат вместе, вот эти невидимые, да, когда два скелета запускаются. Если вы бежите, блядь, своей толстой жопой туда, в эту комнату, где эти два скелета, то вы агрите два скелета, блядь. Туда бежать должен танк, агрите одного скелета и стоять, не дрыгаться дальше никуда. Танчить его, отворачивать и бить. То, что вы, блядь, бежите здесь, ну, смелые такие, блядь, я не знаю. Пришли 3 часа здесь посидеть или чё? Давайте, кто ФК минус 200 сразу. Бежим быстрее. Теренос, чё стоишь? Теренос, ты в РК? И не бей иссушением, когда я метки ставлю. Так, Северус Снейп, спекни с танка на всякий случай. Лады. Может ретрик нужен? Давайте я вместо того ретриком пойду. Так, поставьте шкаф. Поставьте шкаф. Я тут, короче, рыбу поставила, так что вы ее должны хавать. Так, сейчас примет пати. Сэдли всем каски, тюменская, кулаки, кресты. А вот, может мне совой ретрик нужен или чё? Как у тебя ник? Архион. Заходи. Я смотрю, тут их и так хватает. А я каски бафнул, вот же. Значит, договаривайся с паладином. С этой гранатой этот чел кулаки кресты. Второй скелет идет за этим сразу. Так, подожди. Подожди. Ушли вниз все. Спрятали звездочку. Вот, пошли. Пошли, бьем. Сейчас я заберу одного скелета. Давайте, Седли 2 просекает. Бьем, хилим Седли сильно. Все Седли хилим. Блин, не таунтится. Переагрить не могу. Они не таунтятся. Ой. Блин, а нубасик. Там нубасик. Я тогда пойду у ребра по АФКшу.
Виллард может на кого-то другого зайти там. Может обратно на друида зайти, там БРов мало у нас. Если хочешь. Ну ща, блядь. Так, давайте у ребра шкаф. Откатился шкаф, Локи. Чё там, нужна кому-то рыба? Ты будешь заходить или нет? Да. На друида? Или? Так, давайте уже сейчас суманем последнего человека и это самое начнем. Осколки Северстейн, правильно? Да. Чё мне раздавать? Плюсану, бой. А у паладина спроси, чё они раздают. Тыкните в сумон. Тюменской каски отдают. Локи, значит ты кресты архион. Так, 4 хила в пятой группе, которые сейчас ШП не хил пока что. Если вы сейчас кого-то уроните или кто-то сейчас будет падать. Короче, минус 200 ИП сразу дам, если вы в луже будете помирать. Свой чек на... Зашли за линию, вас добавят уже. Долго стоим в небо, смотрим просто так. Тюменская тут, а кровьфобия тут. Допускай танк, побежали, начинаем. Бьем, фулл ДД. Геру. Дубовые кожи отдали все. Беги, малышка, беги! Захиливаем, чешки отдаем. Акрофобия, как дела у тебя? Кольцо роли. Соберу, наверное, друзья. Если надо, кому шея скажете. Так. Если на офток. Ну давай, кидай ролл на офф паролю. Лол. Ладно. А, если у тебя нет, то можешь оставить, не, у меня потому там, что я только собираю. У меня там с MP5, с Геры. Тебе закину лучше. А, так оставь тогда лучше. Оно прохиднее. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Что пульсирует в жилах?
Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Слышь, Слав, а трубы вы бабу делал когда-то? Не. Ничто не может сломить, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Я не знаю, там, ну, надо рецепт теста, и вот там фишка вся в этой пропитке. Вот настоящая, она идет с ромом. Да, но рома нет, то есть коньяк. Ну, а тесто там как на Пасху, в принципе, обычное пойдет. Я думаю, что... По поводу самой пропитки, там бы пропорции узнать нормальные. Блин, я вот не знаю, ну, попробуй на глаз. Ну там знаешь как, там наверное сироп сахарный делается, тут вода с сахаром. И туда ну, добавляется. Да, потом ром добавляется, когда это остынет. Ага. Ну, просто вода, сахар, там какой сироп должен быть по густоте такой. Ну по густоте тоже не подскажу, ну как, это тоже на глаз, как бы, ну насыпь сахар, размешай, он должен быть сладкий. Понятно, ты чё, эту бабку ромовую, что ли? Ну там всё равно будет Пасхи мамка делать, я возьму там стену. А, под шумок, да, короче, я понял. Так, отбивайте ману, там Терерас лобится. Шо по рыбе? Рыба для бомжей справа. Я не бомж. Положите мне слева, пожалуйста. Как блядовый полицейский. Слева будет рыба для супер бомжей. Это Мартин Лоуренс такой в полицейском войт, участке. Войт. Чё? Там кто-то в РК пишет, у него слайд-шоу. Как ник у тебя, у кого слайд-шоу? А, акрофобия. Акрофобия, да. Ну. Смотри, акрофобия, вон видишь ступеньки, да? Встань возле них, постой. Просто постой. Понял? Релогни там роутер пока, я не знаю. Да, релогни, все, бьем, короче. Кто-то агрит, спасибо, молодцы. КД отдал, да? Довольно. Давайте зергаем эту дуру. Если ты имеешь в виду, сколько типа пробитка должна быть, ну типа сколько наливать на сам кекс, ну ты наливай, и оно как бы должно до серединки дойти, то есть, ну я не знаю, вот сверху наливаешь, допустим, оно должно, или там перевернул, там с той стороны налил. Она, понятно, буду пробовать. Она как бы, ну вот я как помню, старая, когда мы покупали в магазинах ромовую бабу, она пропитана полностью, она прям внутри сочная такая. То есть там, ну, я не знаю, ну да, даже если ты чуть-чуть чутка переборщишь, ничего страшного не будет, типа. Ну главное, ну не то, что прям, знаешь, как сухарь размочил, а вот, ну, пропитка такая добротная. На мейн спек топ
предбиз шлем на танков, на протоваров, протопалов, БДК. Я новых. Еще кому надо новых, еще кому новых. Два шлема там. Брон очередного. Нет. А чё, квест берем? Нет. Благодарю духов, что не работает, что ли? Работает. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее не буду этот квест делать. Молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Поехали на корабль. Ранцы берем все без исключения. Милики тоже, ретрики там. ДК, АДК, ФДК, фурики, гарпсы. Любой милик летать должен бить мага. Умерла, давай быстрее. Алло. Запустил. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Ну да, ты летать будешь, Сьюр Снэйп, у нас танчить не хочет. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Ордету делать нечего! Ты скоро пойдем! Никоса, сержанты! Ой! Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Не открывайте сундук, пожалуйста. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Пехота, сержанты, бой! Смеешь спать?
люк не открывайте. Сейчас, Ваня. Спасибо. Ну, почти его. А кого нету с нами? Я тут. А, ты тут, открывать можно, да? Ну давайте, сразу с рука запускаем. О, моя. Кидаем все ролл. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. О, нету роли. Я новый фразу. Кольцо ролить. Да, на всем новых. Вот самая монета эта. Значит, сразу предупреждаю. Не дай бог мы здесь упадем из-за трэша. Не дай бог кто-то будет умирать от трэша. Трэш будет вырастать. Смотрю, дамаг в трэш. 0, 100 гп. Что пройду через темные войс, там это, там 87 килл, я дал это 86. Мой сын остался цел и чист. Сегодня Зандалари, да? Исполню это обещание. Да, да, он 87. Ну, Крюгер, передай Зандалари, да и все. Ну пускай и потом подойдет. Ну что ж, герои, хотите узнать? Так, трэш все без исключения бьем. Коты у вас 10 штук, роги, фурики, фредрики, все бьем. Маги тоже, вы не особенные. Во имя короля Лича. Гер. Трэш секунда, еще последний трэш бьем. Все бьем сейчас трэш. Веселитесь, слуги мои. Портала стоим. Наручи ролим. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Идите в портал, все покорителя роли. У портала стойте. Ни на какие ступеньки никто не выходит. Завоеватели рольте.
Так. Бэк зомби, иди веди Вальку. Перевести Вальку надо будет к порталу. Никто не выходит никуда. Будете в бок выходить, будете багать Вальку, блядь. Сейчас она слева полетит на тебя. Вот она, Валька. Это, все, беги, беги к нам. И в портал ее веди, прям сюда подальше. Теперь ровно за звездой идем вперед, просто вперед идем, не сворачиваем никуда. Ни вправо, ни влево никто не бегите, а то она забагается, эта курва. Тут стоим в звезде, встали в звезду. Готовили моста, даем звездопады. Выбираем ромбик, треугольник выбираем, бьем треугольник. Идите в кучу этих петухов. Не спайте, пожалуйста. Так, давайте зеленую. Ушли назад все, ушли все в ворота обратно.
Филы сильно хотят. Пока не бежит никто ни право, ни влево. Собаку бьем, потом две ловушки активируем. О, вот этих дураков сверху убейте. Зауешьте. Сейчас аккуратно зауешь из зомбаки. В одну сторону бегите кто-то. Че, в ту сторону не... Две активировали? Угу. Пошли. Так, теперь на рейндж станут две совы, два лока и четыре мага. Нет, давайте все шесть магов станут. Сейчас захожу. Видно? Да, так нормально будет. Зачем здесь рейндж? Я еще на АДК выйду на рейндж. Чтоб дырняк все было хорошо. Ребят, нужно рыбу? Рыбу нужно, окей. Рыба для топ чуваков справа. Ваня, бежишь, Ваня? Да сейчас там бежишь, начинает, не могу зайти. Ага. Я в игре там? Да, рога твоего убьем. Пока гнилого убьем, это... Тигр, сейчас бы не едить зелень. Распылите и не откажусь. Нажимаем на зелень. Этот. Я раньше не делал, теперь не идет. Так, начинаем танки. Пост. Геру. Не спалит кто-то, слава. Да, посмотрим. Зандалари, ты в РК? Не диспель. Ну, знаешь, как...
О. Рупут! Ура! Ролим по спек. Гниломорт сдох. Пригласите. Сейчас. Кто мне скажет, Талик, о, объект будет лучше, чем власть мертвых с обычки? Да. Не, Сава, тебе точно нет. Нет. Да. Ну, не, да. Лучше. Это лучше или нет? Будет лучше. То, что я думаю. Да ну, он же совушка, ему крит нужен. Ну, я понимаю, что труба, либо Талик надо. Тебе надо отдать. А тьфу, я думал, что власть с критом. А кому нужнее, у кого триня хуже, посмотрите там. О, у меня. Вот какая триня. У меня хуже, он линканул. Ну дай ему на ГС там. Ну или монету дайте ему на ГС. Да, монету. Монета нормальной роги будет. Так давай ее рольнем, да и все, в чем проблема. Так вы рольнули уже, блядь. Ты рольнул. Смысле? Ну когда человек нажимает кубики, я просто объясняю, может вы не знали, то это значит ему надо. Вскоре нажал кубик, значит он сролил. Бей нахуй, не надо, бесполезная хуйня. Потестим, короче, давай я один. Чек на пул. Вдруг дамажит больше стан. Я отдам этому, как его, Войду, а там разбирайтесь, кому она надо, кому не надо. ТПС гнилого. Это, Северус Снейпа нету, начинаем, короче. Одну в шамана, одну под босс. Это обычное облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Там в дверь постучали. Ребят, скажите хоть что-нибудь. Что-нибудь. Класс, я думал, что звук пропал. Две споры в Лизоне, будет дамаг сейчас по ним проходить хороший. Хо-хо-хо! Нифига себе! Роли многие. Молодец, что оставил столько газа. Слава, можно я попробую кое сделать? Зомби. Зомби. Да потанчу, Слава. Знаешь как? Нет, я даже вообще в кухне ни разу не сидел.
Тогда нет. Давай я сделаю. Я сидел, делаю. Чеченец? Да. Так. Так, Крюгеру вроде. Кровь не нужна никому, да? Ну, допустим, ты сделаешь квест на одного босса. Так, а кто там еще хотел? Лэг зомби тоже не знает. Мимо. Да, нет. Там ж легко в кукле сидеть. Просто расскажи ему. Он шумный парень. Я думаю, все в порядке будет. Ну, в центре я потанчу. На лане я потанчу. Давай, Лэг зомби, делаешь квест. Короче, у тебя все есть. Главное это мозг. Да мне только, ну, объясните, как с этими замедлениями, чтобы замедлять. Очень просто. Зеленого первого не замедляешь, потом красный второй выходит, его замедляешь. Потом у тебя 100 раги, нажимаешь свою ШМ, дальше всех слизней замедляешь. Все. Замедлять на циферку 2, если не ошибаюсь, плевок такой. На циферку 1 пить лужи, на циферку 3 стакать раскол. На циферку 6 вроде как ШМ, там 100 энергии надо, понял, да? Да, да, да. Чтобы лужа пилась, нужно подойти в центр лужи и, двигаясь вправо-влево, нажимать циферку 1, тогда она быстрее в 2 раза пьет. А то некоторые встанут, и, извиняюсь, ебало, в потолок вот так поднимут, блять, и циферку 1 тыкают в каждую секунду, не 10 раз в секунду, а каждую секунду, блять, отсчитывают, наверное, специально сидят. И, блять, у меня что-то не пьется, блядь. И вайпаемся, блядь. Ну ты понял, короче, да? Не пьется лужа, значит что-то не так с руками, блядь. Понял, ладно, сейчас. Я думаю, у тебя должно получиться. Так, Крюгер. Что, там плечи просят. Какие плечи? Чужные. На Элима. Умерла, что ли? Так, это Зандавари. Крюгер на, потому что это мне хуже будет. Сейчас тебе, блядь, отдам. Спасибо. Сейчас. А можно присмотреть, пожалуйста, я поезд пересдавал? Поставь, Крюгер, шкаф. Так, сейчас передам тебе плечи. Ребята, на что заменить объект? На трубу или на часы? Блядь. Значит. Чё ты отключил? Если демон, то на часы. На часы, да? Хорошо. Труба топовая. Чё вы ему рассказываете? Труба и объект пусть будет у тебя. Никакие часы не надо, это топ 3, не 2, блядь. Они и ПГС. Мы так и сказали. А, ну да, но они ПГС больше, блядь. Так, давай, этот. Блэк зомби, иди к столу. Чек на пул. Может он просто потанчит с этим? Я бегу еще. Где ты бежишь, блядь? Сейчас суманем. Проф подхожу уже. Может он просто с гранью потанчит профа, а с Эдли в ретрика? Или не нет, надо? Не надо. Не заплетайте, что у нас ДПС мало что. Иди к столу. Не, ну это не мое предложение, я просто озвучиваю, что, ну, что пишут в ред-чате. Не, в рейд-чате озвучивал, просто его не в ВК. Значит, Black Zombie, нажимай на стол. Один раз, вот, и жди. Это агри босса Северус. Блять. Вести его? Ну да, конечно. После лужи. Иди. Иди к зеленому. Приготовили, сейчас зеленого надо слить. Курс ты отдаешь сейчас на зеленого. Еще чуть проведи. Так этого не замедляем ничего, да? Угу. Нет, не замедляешь.
те встали перед мордой слизня, чтобы откинула в одну сторону. Я ничего не чувствую. Сильно слизня бьем. Что? Это еще откуда? Блин, ну мне так не хватит, наверное, этой. Не, хватит. Сейчас еще уже будет, все в порядке. Хватит, не очкуй. Даксон, поднимай Войда. Даксон, поднимай Войда. Сейчас замедлишь. Допей лужу быстрее, беги к следующей и замедлишь красного. Ну проводи. Так, Хатей поднимай. Суслятину поднимаю. Замедлил. Так. Так, все в красного. Теперь пей до сотки. Пей до сотки. И сразу шемью за. Потом до следующего красного должен... Быстрее, это, красного. Милики, коты, блядь. Как дела у вас, ребята, блядь? Убили красного быстро. Вот. Так, пей, сразу шеем юзай. Зеленого... Нет. Зеленого сейчас без замедления. Бурсты оставили на зеленого сейчас. Зеленого сейчас без замедления. Зеленого приготовились. Вот. Следующую лужу пей сейчас и набирай зеленого сильно. Нормально. Так, Даксон, поднимай меня. Блять, ебаный. Еще. Ну в смысле нету, блять. Чендлер, поднимай Войда. Красного приготовьтесь, РДД. Все красного РДД. Милики красный. Давай лужи пей, всех слизней замедляй. Может заюзал? Да. Да, да. Хорошо. Сейчас замедлишь зеленого. Зеленый внимательно. Слав, там меняй мне, мне что-то дисконит, ты но глючит все. Ага. Там не буду заходить. Удачки. Пока, Ваня. Давайте сейчас красный и переводим. Сейчас красный появится, смотри, плюй, поворачивайся в красного, плюй, если успеешь. Плюй в него, плюй, быстрее двоечку, вот красава. Сейчас уже пропадет с тебя кукла просто. Сейчас все в красного РД развернулись, замедление 10 секунд. Извините. Красного сильно, сейчас боб приготовьтесь кидать тюмец. Сейчас иди сюда, ударь гора его. Тюменская, готовь боб. Тюменская боб на блэкзон. Давайте Геру. Так, вы как думаете, мы пройдем здесь или нет? Быстрее проходим. Эта лужа нас сейчас закроет здесь, блядь. Ушли с боссом отсюда. Через центр. Да хоть как, вот через центр, хоть через край пошли. Надо выйти вон на пространство. Вышли оттуда, чё вы в лужах стоите, бля? Быстрее выходите. Гимн на ХП теряет нас. Может на меня диван? Тюменская диван на северу Снейк. А чё, я бы забрал блок зомби? А, ну хорошо. И стака будет заберем. То есть уже сейчас забирай. Забирай. Незыблемость отдавай. Алло. Алло, Сэдли, заберите, блядь. Идем сильнее. Сэдли сам таунтит, его ж в РК нет, на нем 5 стаков, он таунтит.
Заберите с него кто-то, блять. Вы сейчас все упадете, сука. Сука, ёбаный рот, нахуй. Бегите, нахуй, быстрее. Вставалку кто-то заюзайте, шаманы, резаем всех. Археонт, могу комбатом пойти. Зачем? Ну, не знаю. Клеток есть. Комбата нету для миликов. Нет, какая разница мне? Мне все равно это, скажем так, здесь ничего не надо. Я иду просто так. Я объект отдал этому Крюгеру. И я его никому не отдам. А кто просит? Тиренос написал, объект ролить будем. Проснулся, красава. Вот самое время, давай. Чё? Править объект. Давай мы спросим, сед ли ты в РК? Не, он не в РК. А, в РК. Было вроде не в РК. Вот, давай мы просто блядь, танки, нахуй. У вас три лба, блядь. Просто интересно мне, блядь. Просто для развития, для общего. Объясните мне, тупому, блядь, дураку, что вы за хуйню устраиваете на третьей фазе, блядь. Просто, блядь, сходу. Что вы делаете, нахуй? Вы тянете время или чё, блядь? Бегите быстрее.